Вот очень умный вопрос вы задали. Я всю жизнь только нарушал все, что все устои нарушал, и поэтому со мной говорить о морали очень сложно. Что должно стать новой моралью России? Это не должно быть морали. Не надо читать людям морали. Дайте им жить, как они хотят. И все будет очень хорошо.